6 марта 1945 года. 6 марта 1945 года началась Балатонская операция. Это была последняя крупная оборонительная операция Красной армии против фашистских войск во время Великой Отечественной войны. Советские войска отразили удар немецкой группы армии «Юг» и перешли в наступление на Вену. За 6 марта частями нашей авиации уничтожено и повреждено 4 немецких танка, 210 автомашин с войсками и грузами, 125 повозок с боеприпасами, 4 автоцистерны с горючим, 7 орудий, 11 зенитно-пулеметных точек, 42 миномета, разрушено 14 железнодорожных вагонов. Рассеяны и частью уничтожено 100 всадников и до 3 батальонов пехоты противника.